Казахстанские спортсмены вошли в тройку лидеров в медальном зачете азиатских игр в закрытых помещениях. На данный момент они завоевали 24 медали различного достоинства. Высокие результаты показывают легкоатлеты. В свою копилку они добавили еще 3 награды высшей пробы. Очередную золотую медаль в тройном прыжке завоевала Ольга Рыпакова. В беге на 400 метров золото у Элины Михиной, а на 60 у Виктории Зябкиной. Кроме того, серебро у Марины Овчинниковой в тройном прыжке, а бронза у Ольги Сафроновой в беге на 60 метров и у Михаила Литвина в беге на 400 метров. Бронзовым призером в джиу-джитсу стала Галина Дуванова. В борьбе на поясах серебро завоевала Перизат Жакыбекова в весовой категории до 70 килограммов. Также на вторую ступень пьедестала почета в этом виде спорта поднялся Ерсултан Музафаров в категории до 90 килограммов. Напомню, игры проходят в столице Туркменистана Ашхабаде и завершатся 27 сентября. Сборная Казахстана борется за медали в 17 видах спорта.